достаточно таких предметов. Я не хочу срать, у меня просто живот болит. Слабительные повыпи. У меня нет нихуя, кроме анальгина. Анальгина? Да. Анальгин. Шуман, принимай Сумон Иршам, который берешь почистим. Yep. Он не полежит, Санта пишет. То есть, Шуман, тут пойдем, Адель, трэш почистим. Одному только агре. Личка, ты в ДД пойдешь. Ты тут? Личка. Да, да, леди. Два танка.
Не на собаку? На собаку в конце. Пошли тени. Все там. Справа сначала. Всем привет. Привет. А еще места в ТТГ есть? Уже нет. Да ладно. Ну как бы уже пол восьмого, я всем говорил, что будет. Рыбу ставлю, давайте. Метки в сторону выносить. Желательно влево. Если не успеваете, то выносите вправо. Выносите прямо в стену, чтобы поглубже было в тех стороны. В стене, а половина на этой стороне. Вот я в метки примерно поставил. Можно одну в одну уже выносить. А ч
че, Кирилл, дай в четвертую ридара. Там в третьей дохуя. В третьей там три си. У меня лириды перекинь. У нас твои ридары. Там в третьей три штуки. А у нас тоже три еще, Юрий. Все, да. Так, на эфире отворачиваемся спиной к боссу. Этот максимальный диспел, когда молния скверна кастует по рейну. Ну, эту кнопку и ману диспелить. Метки выносите, то бишь лузу, влево-вправо, к стене. Милики на сокрушающем ударе отходите, там раньше видите. И все, остальное слушайте. Вообще на полном. Чайка силка фласками должна быть доступна для твинов. Может, я твинам не давал, по-моему. Может, давал, не помню. Все, давай, сейчас на бомбас поехали. Пробуй ради интереса. Ну, потом настроит. Давайте лист под нами ставим. Давай, чопкай. 5, 4, 3, 2, 1. Гера, давайте. Ну, кинемся. Ну, встанем. Милик, это что? Перебахнуть еще ванну. Диспелите, пожалуйста, чтобы молния не шатала. Метки вынесли. Сел, отошли в мире. Место вынесли. Блять, кусятор. Сука ты. Сейчас с диспелом хуёво все. Спиной стали. Так помогайте, блядь, диспелить. В чем проблема, я не понимаю. Ну, вы что, блядь, совсем кончены или что, блядь? Кнопку диспела не можете на хилах нажать. Тут, блядь, хилить только надо на молнии, блядь, и в лужу, и метку вынести, блядь, и в лужу не стоять. Дальше хилить нихуя не надо, милики отошли. У тебя фреймы вынесены. Ты видишь, как, блядь, пианино, ебать, скачет эти хп. Ты говоришь, что хилить не надо. Че, угораешь? У нас лица вообще не испарит. Чел, блядь, давай ты мне не будешь рассказывать. Как хп пианино дергается, потому что, блядь, люди нахуй не могут, блядь, вынести лужу. Это раз, блядь, во-вторых, продиспелить. Если ты не понимаешь, как работает этот босс, нахуй, давай ты не будешь мне говорить. Нет, я-то понимаю, как работает этот босс. Ты говоришь, что у нас диспела нет нихуя, у нас доцент диспелит. Ну, похуй. И хпал там, блядь, точно задыхаются, блядь. Босса разверну. Видите, так, похуй, бьем похуй. Лице, блядь, вынеси нахуй, метки вынеси. Десят, ты начнешь здесь палить вообще? Спиной стали все. Вот, вот эту, блядь, каспу, он не сверный, нахуй. Диспель, пожалуйста. Я же диспелю все. Ну вот на мне уже бафисит 6 секунд, нахуй. Тебе 8 диспелла за весь бой, о чем ты? Матку вынеси в рейзе.
Спиной стали, Фир. Вы умрете. Мелкий мысль. Вот уже 8 секунд висит эта хуйня. Каждым разом она тикает по 4800. Вы, блядь, на приколе или что? Я не могу понять. Не спорит. ДЦ. Я вообще-то труп давно. Сначала не диспелил. Все равно, блядь, 8 диспелов. У тебя должно быть, нахуй, блядь, 200-300 диспелов здесь, понимаешь? Твоя основная задача, нахуй, только эта молния скверна кинулась, масс диспел въебал. Потом точечно там 2 диспела 3 дал. На кого масс диспел не подействовал. Можно 2 масс диспела въебать. Окей, я понял. Всем привет. Здорово. Ну что там, как успехи у вас? Ничего, мы только собрались. Блядь, с хилами проблема будет, нахуй. Ну, если надо будет, я могу зайти на село. Нормально шаман диспелли? Ой, хилит. Стоит ли он РДД, блядь, в одной куче, он условно в песчинке, блядь. Метки главное выносить и все, блядь, не диспелл. Больше нихуя делать не надо, я сфера отворачиваю. А можно и без масс диспелла диспеллить. Кентури, где ты? Выходи, Бань. Захожу. Кентури, походу, там опять проблемы. Дай лапку, Блакичу. Он написал, загрузка висит, не прогружает. Он в инст зашел, видно. Когда бой не окончился. А, не суммонит. Походу там остался еще, нет? Я на буханте. Five, four, three, two, one. Диспал. Ты хочешь диспалить, нет? Метки вынесли, SDX, Skywall. Блять. Но опять не диспалится. Спиной стали, Фир. Тихо. Закрой рот, пожалуйста. Спасибо, блядь. Диспел. Милике, точнее. Диспельте паладины максимально. Метки вынесли. Так, выбей нахуй. Сложно, видимо.
Спиной стали? Нет, кивнись. Я подлетел. Нужна какая-то шнурка отсюда? Не летят, отошли. Иди спал. Нет, кивнись. Спиной встань. Не спал. Нет, кивнись. Не спал. А пошли, блин. Где спал, метки вынесли. Фир спиной встань. Блэк дай и Бэр по бланш. Метки вынесли. Бентли дай Бэр по этому SDX линером взяли. Где спал? Ой, дай скру. Клик отошли. Спиной стали. Ребахните. Фанта или пусты. Диспел. Блядь, еще конченые нахуй. Сука, даже метку вынести не можете, блядь. Зато ебал открываете. Метки вынесли, полишит войд. Поневреет. Спиной стали эфир. У меня зависит. Велики отошли. Нет, кирнись. Не спал. Сердце спиной стали и метки вынесли. Велики отошли. Спал. Метки вынесли. Спина встали, фиг. Не спал. Не бикеточка. Метки вынесли. SDX. Или кто там, блядь? Полиш Скайуокерс, блядь. Боже, блядь. На кого? На ДЦ, правильно. Опять на ДЦ. Неудивительно, нахуй. Кстати, на ШП упал. Которая на тебе шоп... нужна? А, нет. Нет, другая. Ну, если пацаны упали, тоже два носа, это как бы и носил. Эдик, Эдик, ты у инста? Ага, иду. И ШП нету с гильдии, да? Ну, повезло, что пошло крутим. Чё ты молчишь, Эдик? Это, кстати, Холичу прям пиздец, как надо было. Я тут, Юль, давай сходим. Привет, а что ты хочешь? Нагадываюсь? Пеку, любимый. Здорово, Эдик. Ты бы меня Эдик выебал нахуй. Сука. Закинешь гильдию, ох, нихуя себе, мы богатые будем. Спасибо, Эдик. Там Эдик голдишки дал ГВ. Благодари. Спасибо. Я зайду в Дискорд. Мог бы мне в карманчик тоже дать там. Слышишь, зайду в Дискорд на днях поболтать, ладно? Завтра, может. Угу.
Ты не заработал, беба. Это пиздец, блядь. У меня тоже зал голды. Это тебе за пекер сюда. Пиздец, бля. Давайте суманим все дальше. Всем пока. Давай, удачи. Давай, пока, Эдик. Шкаф поставьте на блоке. М-портал, который... Дерево? Сейчас. Я сдох. Да не, меня там молния приебашила тупо. Так, Блэк, если Бентли в РДД закроете эту хуйню. В миликах. Левичка, если ты закроешь. Если две будет, я помню. С вот зоны выходим, такая фиолетовая лужа будет. Выходите там, где ее нет. Потом будут появляться такие фиолетовые типа пончики. С них тоже выходите. Когда скажу каст, заходим, значит вы заходите в эти кончики, пончики эти под конец, чтоб не ебнуло. По сейвам. У кого тьма стоит паладин? Хорошо, кем-то хорошо. Паладины, блядь. У кого тьма нахуй стоит? Как хуёб без адонов играть, блядь. Приходится жертвовать ради ФП. У Скайуокера. Да, упало. Скайуокер, ты вообще слышишь меня? Слышу. Короче, смотри, на первом дыхании, когда скажу, нажмешь ману тьму и нажмешь массакру. Понял? Может, это 4 часа подкатило? И еще желательно, если у тебя нету макроса на конце лауру, блядь, чтобы снять с себя сакру, блядь, то жми бабл, блядь, а то тебя еще ебнут. Хорошо. Дальше. Холишит, короче, заберешь тьму, на второе дыхание отдашь массакру тьму, потом ты войд заберешь по команде наш и плюс избаунд, плюс и вот, ну, хулипаун. Рыбку еще раз поставил, ешься, поехали. Да это не он, блядь. Джакал вылетел, шума. Это он. Джакал, ты тут? Хуй узнает, зайдет он, не зайдет, не понятно. Потом, блядь, зайдет шоу. Ладно, похуй, пошли себе, пока на 4 там будет или. Черчи на было бы. Так. Давай, черт будет. 5, 4, 3, 2, 1. Да, жми май, жми сакуру, прохил. Доходим с него, с фиолетовой такой. Милики отошли. Дальше. Блин, щит забери тьму и когда скажу, дать на сакуру. Нажимай на май и на сакуру. Прохил рейк. Охуенно. Давай, забери его. Отдай ему тебе. Минус Гера не будет. Давай, Геру. Вот, на следующий каст нажмешь.
Вышли из зоны. С пончиков попозим. Аккуратно вносите только. Нажми войн. Пусть вред. Отдайте мой, Насте, заберите мой. Или насрали. Эти вагоны нахуй. Только промыть. Вышли, вышли. Жми меня из баунта, Настя тьму. Настя, не знаю. С один каст меняем, будет длинный этот. Ну, походу, давай. Пошел каст. Приготовились. Подошли в пончики, зашли. Вышли, дальше. А, написано. Все вызохли. Блин, из Мегикана Дельчик добьем. И добьем. Стали рисовать. Блин, если какой-то тяжкий этот рейтинг, по-моему, нахуй. Проще было намного. Блять, вообще овощи. И вот эти, которых подобирали, это вообще пиздец. Да, блять, идет. Вот, спасибо. Не то, что тряхнуло, это наоборот хорошо. Во-первых, сейф, блин, двойной. У нас все равно люди умирают на дыхание. СММа нет, да? Воды каспекнулся. Для сейвамириков. Поставили слева огурчики. Огурцы возьмите все огурчики. Видите, мало хп выпиваете. Если хочешь умирать. Давайте еще на клубах поехали. Давайте быстрее, ребят, ебаный в рот нахуй, рейд на 30 минут, блять, стоим тут, сука. Хуйней занимаемся. Все, давай, пойдем. 5, 4, 3, 2, 1. Скайволкер, доберите мой, если не у тебя, ты первый нажимаешь свой. Вышли с войд. Жми. Поймай и ссыпай. Милики отошли. А, Батич, дай БР по Блэкмиру. Пиздец, с вами нахуй дохнет. Батич, давай. Ребахни грейдер. Жми и мой этот полищик. Давай забирать его и следующий. Вера, да? Мимики отошли. Зашли. Блять, пончики опять нахуй. Милики, выносите ебаные метки, заебали вы нахуй, овощи, блять. Бой жми. Настя, заберите его. На следующий дальше май. И клиники там дальше будут. Ой, я дельточка, блядь, возьмал. Давай жми.
пиздец, нахуй. Приготовились заходить в пончики. Зашли. Вышли, добивайте. Прохил. Там некому бить уже, блядь. У вас место есть ТТГ или нет? Нет у нас места, если мы бьем босса. Прохил. В принципе, можно забить. Добивайте. Метки там на пончиках, смотрите, аккуратно. Били, тьма, войд зона, вышли в зону. С пончиком близко не подходите. Сейв какой-нибудь, не знаю, свои сейвы жмите. Добивайте. Метки смотрите аккуратно, сейчас пончики будут еще один. Фараон бланк. Их два хила. Прохил. Блять. Бланш уронили. Добивай, Дель, блять. Прожимки жми. Ну или такие мелкие, знаешь, как... Боже, какой ужас, блядь. Ой, я не знаю, блядь. Прохиль максимальную. Пета сожри, блядь. И что, блядь? Обидно было бы, если сейчас он выжил. Бля, это великая победа, нахуй. Да, сильно, конечно. Как обычно, лут говна, блядь. Вот. Плечо. А чё за чарки? Мусор. Хуй, сейчас посмотрим. Говно чарки. А ну он на рогу выпал, кстати. Говняная чарка. Говняная чарка на рогу нам. У меня такая же десятка упала. Да у меня вчера такая же десятка, блядь. Говно, блядь. Сестра появилась на собаку, Бентли, слышишь? Что ещё раз? И кто там? Кто спрашивал? У нас слот освободился. Там пугающий клюнул. Народ, во сколько собирается РТ у нас? Сейчас вот ТТГ закончим, сразу пойдем. Подождите. Так а ТТГ это не РТ? Ой, блядь, в 7 часов писали, ёбаный рот. Где писали? В Дискорде, блядь. В WhatsApp нахуй каждому звонили, блядь. Мне в телегу написали. Один слот есть под РТД на эту собаку. Сказали, что я пидор. Цыки нахуй. Кракозябр, у тебя КД? ТТГ? Нет, я думал, на ты на ТТГ и шел. Там чарка на лока, кстати, упал. Пиздит, дай он. Дай ему колотить, ну нахуй. Серьезно? Да пиздит. Обе причем. Боже, забрала уже ебала. Всех. Я не знаю, Риц. Вот реально не знаю. Хуй его знаю. Когда лат увидел, обрадовался. Лапку дайте. Квак, чарки на лок энд ролл. Это понятно. Так, короче, первая, вторая апатия. Плюс. Из кого еще не лезу мог поставить? SDX. И. Ну и давай ты, наверное, Бентли. Или зоне потусуешься. SDX, короче, твоя задача, Дима, там стань в кресте, постоянно пробел зажми и шилдики кидай. Просто пробел и бегай. Знаю. Услышал? Угу. О, красава. Этот...
Блять, второе пати, начнете бить, мне звонить. Когда скажу, отойдете тоже куда-нибудь там крест. Только раньше наберите, чтобы уже потом вас не сдохло. Или выходите с ним потом. И постоянно находитесь в движении, кто в миллизоне, первое, второе пати. Остальные от ГД. От печеньки, там, по углам, короче, в шахматном порядке расходитесь и набираете раньше друг от друга. Метки выносите просто в сторону. Пиздец, с вами сносить. Только если там, это бесполезно, короче, только если потом подкинет. Там 5 магов, в принципе, глубы могут метку скинуть. Этот, поезда, самое главное, РДД в миллизону не переходите. И от зеленых и фиолетовых лучей отходите. Там очень просто отходить. Главное, не лутайте, чтобы не было конфликта, либо будем вайпать. Все, арчина полубак, поехали. Остальное слушать. И на воющие тени увидите там каст. Он быстро кастуется, я вам не озвучу. Смотрите сами, РДД. Стопайте каст, потому что будет кипятка. Давай, что ты дай, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Или давайте. А стукнуть хочешь, да? Все, вторая пати устал. Сейчас лужа пьет. Ты убьешь меня, Юль. Потому что лужа, меня зажали. Да, тихо, ну ребят, ну тихо, пожалуйста. Ну заебись вы нахуй. Потому что маг вот этот или баба, или долбоёб. Реально долбоёбы, блядь. Даже раньше секунду брать не могу. Господи, блядь. Сука, 4 человека, блядь, блядь. Я хуею, блядь. Поезда отходят. Вышли случай. РДДшники, в миллизон не бегите, только, пожалуйста, в лужу. Ясно, падайте. Не, я понял, короче, это будет... Если вы... Короче, уёбки, нахуй, тупые на РДД, станьте, сука, в шахматном порядке и набегите раньше 11 метров, на. Сука, просто ебаных 11 метров, на. И стойте, блядь, до Таталова, нахуй. Выблядки ебаные, нахуй. Вам даже с лужи, сука, выходить не надо будет. Просто в ебаном РНЖ стойте, нахуй. Дебилы, блядь. Нах ты так базаришь? А нахуй вы дохнете по 5 человек от одной лужи, блядь. Когда я попросил набрать раньше. Ну еще теперь ты, блядь, можешь оскорблять, что ли? Так посмотри, говна, нахуй, лично. У тебя поздыхали въебался, ребята с твоей гильдии. Закрой свое ебало конченое, нахуй, пропиши спиртом, нахуй. И не пизди нихуя, понял, блядь? Ты уебище, конечно, конченое, блядь, а не РЛ. Иди маме, пожалуйся, нахуй. Чел, который сейчас тебя оскорбили, блядь. Чел, у тебя умерло твои же РДДшники. Ты им объясни, чтобы ну, они понимали, что тут это делают. Это не мои РДДшники. Твои, это с твоей гильдии это люди, не... посмотри. Блядь, там половина, которая, это еще раз тебе повторяю, не мои, нахуй. Я за них, блядь, никакой, это второй рейд, нахуй, за который я не веду вообще никакой ответственности. И тем более, блядь, то, что они умерли, блядь, это не значит, что они виноваты, нахуй, когда стоит рядом кто-то с ним, и чё. Объясняю тебе пример. Вот стоит 3 человека в одном фрейме. 2 из них там отбежало или успели отбежать. 3 остался, он сдох. Не из-за своей вины, а из-за того человека, который стояли с ними рядом. Или подошли. Почему же остальные выбежали? Это я просто пример привел. Можно просто набрать рейндж, и не будет таких проблем. Что я и попросил сделать перед полом. Дайте. Если вы с этим не можете справиться, нахуй, ну, типа, зачем вы вообще тогда в рейд ходите? А в миллиметку куда мы сносим? Или так же куда-нибудь в стену, нахуй. А, тоже, да, продаем, понял. Да. Метку только сносить, там, я не знаю, после вторых поездов, и то это...
толковых понимающих людей. Объяснять только это сейчас 7 миллионов. Люди раньше набрать не могут. Давай, счет поехали. Вера, дайте кто-нибудь шаман, который кадим. Вот Кинг, отойди чуть правее. Вторая пати ушла. Что это будет? Держите раньше, пожалуйста. Вы уже мили. Вышли. Полечит, пойди чуть вперед. Не знаю. Вышли случайно. Вышли случайно. Зачем? Не, Ливичка, вынеси. А как ты заебал в натуре, бля, бесишь? Лужа мили. Блять, в том Бентли стоял, ему не заметил. Не знаю, отходим. Вышли случайно. А, блин, стаказ был. Сори, принес. Сейчас лучше должно быть. Барды два лучше. Подняли похсон. Квак, скоро двигаться будем там. Вайда двигать надо будет. Косты. Везда вот, блин. Вышли случайно. Поднимите рейтинг, перешкин кентури. Кентури, отойди, пожалуйста, ты меня сейчас убьешь нахуй. Вы уже 10 секунд примерно. Не, ну там левее можно стать. Ну, давай я сам пройди вперед. Лужа РДД раньше. Угу. Ясно. Я боюсь вставать. Рискну не вставать. Блять. Рано уйти сразу. Нет смысла. Где метки? Холи шит, если есть бамбл. Как и сам. Уже отдавал. Ну что ты на пенис? Да можно ложить, куда надо бьете. Падайте. Сятор, ты можешь, вот ты видишь лужу под ногами, нажми ложный выпад и отпрыгни там чуть с нее, ты 100% выживешь. Также и с меткой.
перед тем, как ты его носишь, нажми ложный выпад. Он, допустим, остается 3 секунды действия момент. Или 4. Нажимаешь ложный выпад, отходишь. И ты выживаешь один. Просто кошечку нажимаешь. Сколько на Феникса умели уже рейндж? Чтобы дойти точно. Я еще вроде вышел за ним, я все равно убил, я чуть не понял. Ну, вообще, прорисовка ее еще где-то 3-4 метра плюс-минус. Вообще, я не знаю, как у вас, но на танке на макс рейнже стоим, меня не задевает. Там не про эту уже, которая. Ну, кидает. Я понял, про сокрушение. Нет? Не, не сокрушение. Сокрушение, ну, не достает, все нормально. Лужа, которая кидается в РДД в мили, фиолетовая либо зеленая. Mm-hmm. Ну, есть отдельные, которые в тебя кидаются от босса, которые ты ловишь, а есть, ну, которые парень. Он правится. Ну, смотрите, типа, там, короче, прорисованная вот эта вот хуйня, лыжинка, которая там моргающая. И еще где-то 3-4 метра от меня. Лучше 5, если ты отпрыгнешь, то она тебе не должна поднимать. Ну, как раз я с тобой вышел, как раз, меня уебало, тебе нет. Так я ж под ложным выпадом. Ну, я понимаю. Я особо и не выхожу, если вижу там две лужи. Еще раз рычанок на бак. Я вон только, блядь, Бентли не заметил, убил нечаянно. Не видел, что он слева стоит, метку когда он начал. Давай, чё-то поехали. Ерунда. Вторая пати ушла. Мильки. Вот сейчас будет. Мили лужа. Умирает в итоге приз. Я поеду. Метки. Блять, Бентли, ты иди. Блять. Бентли, ты же сказал, отойди, но я же давно нашел. Поезда. Вышли случайно. Ой, блядь, ясно, короче, конфликты захуярили, пацаны. Вы случай выйти не можете или что? Кусяток, ты уже второй или третий раз эту хуйню делаешь, конфликты лутаешь. Случом просто, блядь, ну вы смотрите, лучик подсвечивается, он ударит первый, вы должны, значит, в соседнем стоять. Он ударил сразу... Прыгайте в него, все просто. Че вы тут, блядь? Перегрузочка, ебать. Я не успел борт нажать, сорян. Мили лут. Она опять спанит, но... Почему умирает из-за книги? Ладно, так пробьем. Левичка, метка. И Рид. Рид зря выносил, мы бы спинкой поделили. Ты умрешь. Лучше выше.
Миллиуту. Не, слишком прям дохвалить, но прям вообще дохвалить. Хуйни всякой. Не хватит ли пояс убить? Нет. Меньше не пояс. Берегите. Лучше ожидаю. А ты зачем кринж выносишь ты ее? Ты же просто ее скидываешь глыбой. Ты можешь стену у нее, чтобы здесь не было этой хуйни. А ее и не будет, если ты глыбой скинешь. Нет, она будет. Это я просто сейчас стену и унес ее, поэтому нет. Разве? Да. Да. Юля руинит. Ну я бы все равно сдохла. Что порт не успела нажать. Просто думала, мак вообще скип. Я не знаю. Или лучше. И пизда, нахуй. Кунг, это я тебя сейчас ебну. А, так это ты был? Ну, там подошел этот, близко был Беба, или кто там. И мне пришлось отходить, и из-за этого тебя ебну. А похуй. У лишь чит бабл есть? Вот видишь? Да, я посмотрела, вижу, вижу, вижу. Я знаю, что мне вам дохуя, мне их не убить. На льва я вывел, конечно, охуенно. Метка, пизда мне. Мне бы кофе. Ну, блин. Ты тебя шил так хабаловский спас или чё? Ну ладно, выпить. Рога бессмертный класс, нахуй, если просто уметь кнопки нажимать. Уже скал нет у тебя? Я про кожу говорил, обнимался, не хватит. Нариц хуй сидит, но хилить нечего. Я регеню щитком. В лужу забегай по чуть-чуть, чтоб щит стакал. А, вот так. Ой, пизда, нахуй. Ну вот и все, и похилит. Нормально, сдуни. Не... Прохилит, может, нет. Главное, что на меня, на хиле. Ладно, короче, ну я хуй его знаю, типа сидеть, вайпаться. Еще максимум 1-2 пула, и все, ебаный в рот. Дали, чтобы людей учить, как они понимали, нахуй, тебе тут боль. Нет времени на это. Да, давай сейчас последний, этот, не последний, победный трай. Ну, один вот трай еще сделал. Там просто, когда эта лужа появляется, ну, после метки, она что же урон наносит? И, ну, от взрыва, получается, урон наносит, и потом от тика. Поэтому я говорил, что кошка нету, могу не пережить. Так, как дохуя был потом. Сейчас сразу умерло несколько РДДшников, потому что вот вспышка скверна и конфликт стихии одновременно. И поезда, точнее, одновременно. Вообще кто-то не вышел. Катализатор.
Я также кунку убил. Ну, типа, я мог бы РДДшников покалечить, а мог кунку. Я выбрал кунку. У меня выбора уже другого не было, не успел. Слишком близко РДД стояли. Ребят, поставьте джинса, если кто-то есть. Лапу. А я сейчас демона спеку сейчас. Мол, тут все на изи. А, мы еще и без демона? Хорош. Были, да. Так я думал, на изи что сейчас убьем весь спек. А что, там есть джипс, нет? Что я весь полоп. Он поставил какой-то. Че? Все, вижу. Поставьте манечки на тюрьму. План целка пойдем. Надо тоже с пинами. Второй рейд у нас уже не собирается без пин. Ну, если человек 20 соберется, то в пизду ему добрать было. Их нахуй. ВРС-ку можно пугов в целка, это пиздец. А ВРС-ку зачем 20 человек? ВРС-ку-то понятно, там можно их 15 закрыть. Я про целка говорю. Причина была мать. Да, мы сегодня с Блэкичем сходили в целку. Че, вы в ХМ ходили? Да, это такой пиздец был. Че, упало что-нибудь? Да ничего не упало, но писаны кипы из прогресса. Ебать, это смешно было, пиздец. Как 25-ки на ловушках улетали в вагоны, да? Да. Причина была мать. Еще раз. Секунду. Ну, что-то помогало. Ласка, 10 минут. Крокозябр, давай быстрее. Сало, все, давай, четко. Кстати, танком ДК нерфанут агро от Роника. И урон его, соответственно. Гениальное решение. Ну, агро не тронут, а именно урон уродника. Это точная инфа? Вроде да. Вторая пати ушла, вторая пати ушла быстро. Лужа мили. Блять. Нет. Нет. Сейчас на поездах будут тоже лужи. Не знаю. Вот нажми сокру, может, там БРДД, потому что перебьется. Я нажимаю уже. Поезда отходим. РДД лужи. Нихуя прохил. И пережили. Чудо бить. Мак, пожалуйста, блядь, перестань бегать туда-сюда. Встань не стоит, и все прохиливается и под шилдами переживается. Хватит бегать. Главное раньше держите, я же вам сказал, вам не надо бегать. Вам бегать только нужно от поезда. Выходите точно. Еще раз повторяю. Так, сейчас лужа будет. 10 секунд. Лужа мили. Бегите вагон. Ну да. Прохил. Так, сейчас еще лужа будет. Через 10 минут. Лужа, блядь. Не прохиливается. Значит, два лужи полотна. Локни было бы у меня. Даже три. Ну вот. Значит, раньше не делать. Получи. Сейчас поздняю точно. Это не прохило, а не то, что вы раньше не можете стрелять. Пример от нее.
просто, блядь, ты начнешь замариться, ты ебал в Тетрикса кидать, или лучше, и, блядь, выпад не снимаешь. На пол и истерия в два раза меньше урон дают мне. Ебать там. Блядь, заебался конфликт, ебану выйти. Это не конфликт, другая. Нет, метки вынесешь. Блядь. Короче, этот... Сорян, Адель. Ловушку подними по хп. Перегрызочка по хиле. Спасибо. Блять, ебаный шок застанил. Так лучше сейчас будет. А, вместе с этим. Ой-ой-ой. Ну пизда. Ну, блядь, до свидания. Пока. Ну просто выйди когда-нибудь. Добить эту хуйню Христа. А чё Христа ради? Вроде добьём нормально. Так, сейчас ещё лучше будет 10 минут. РДД. Чё, молодцы, добивают. Чё, подо мной не появилось. Я вожу немного, не больно сейчас будет. Угадай, у кого крит ошибка. О, чёрт. Тихо, добивайте. Сейчас выпадет что-то интересное. Налока. Смотрите, этот... Ладно, похуй, добивайте уже. Блядь, я не хочу умирать. Добей, шивы нажми. Хильзи. Анкура не слабый. Толка. Не открывай, пожалуйста. Уже там лутанули, не перешел. Ну-ка, эффектоните, что там. О, вижу. Да шо вы там охаете? Голова тканевая. Да вы заебали, блядь, тканевая. Чё, у меня ни одной чарки нету. Вообще ноль должно быть. Схуяли. Если левички надо... Что это за чарка на перчатках? Я не понял, ты что, на медведя, что ли? Да. Понятно. Можно классовая и на ДП взять, но вообще это считается на форуме, пишут, танковская хуйня. Ну это да. На медведя вообще, по идее, классовая. Танковская. На ретрика я видел, работала. Ну работает она на всех, просто на танковской сама по себе. Уменьшает весь получаемый магический урон. Ну что, нормально, он какой-нибудь вару. Вар. Ну вар же чё? Не, имею в виду танку по товару. У него же проблема с магическим. Они живые вообще? По товару. Величина уменьшаемого урона изменяется во время боя, постепенно увеличивает до 10%, затем уменьшается до 2%. По-моему, это хуета. Нечего, короче, это. Ладно, давайте по-быстрому разрабим и пойдем. Питомцы ролики сразу. Найминт 96. Ты с инста что ли вышел? Тебе лучше не уж. Окей. Он дальше ему потом будет ключевой парень. Лежай. Нет. Вот сталкерские. Левички сразу все надо. Тебе не надо? Меня и так двое. С лучшей чаркой. Не знаю, зачем тебе такой сиатр, конечно. Но... Сумма умирать не будет в лужах, да?
Да там и так ложный опыт, блядь. Ну я не знаю, рок имбалансный. Вот это ложный опыт, это слишком балансная хуйня. Если правильно все делать, никаких проблем нет. Не, ну он ШД, типа. И потом, когда добавят возможность менять чарки. Фараон, ты определись, что тебя, ШП или ты вот, ну, еще ДЦ. Две носатые шмотки ты точно носить не будешь. У тебя ноги ШПшные, которые я тебе на. Там без чарки, а здесь все всего лишь СПД. Так что определяйся сразу. Там же СДХ вызов. Этот СДХ дашь тоже на мин. Так, дальше поехали. Давай, обмен. Больше никому не надо. Перегрузочка, перегрузочка, кемпинг. Еще АДЦ. Надо тебе сдвиг. Заанроли или нет? ШП. Как кому его анролить, объясни. Ну я не знаю. ШП с гильдии. У нас нет ШП с гильдии. Типа я отдал там фараон. СДХ обмен. Топор нужен кому-нибудь? Тут нечего анролить. Ну, говно одно. Я понял. Кунг, это бис какой-то на тебя. Нужен, интересует? Ага, чё там? Давай обмен. Финик. Ещё? Даже ролить эту хуйню не буду, бесполезная хуйня. Ну, на шина ещё ладно, куда ни шло мне. Все равно говно нахуй. Давай потом я заберусь. ГЦ, ШП. И чарк уже изменит. Чё ты не заберешь? Ну, типа да. Да пусть за похуй. Я за рогу все равно играть вряд ли буду, пока что. Ближайшее время, так что похуй. Так, блич. 180 ТП. Пучи кринж, нахуй. Короче, самое такое шмотка, да? Это на ШП, все, остальное помойка. Если на офе тоже подожди. Я не знаю.